Продолжаем выпуск. Алтайская рыба потеряла в качестве. Роспотребнадзор провел проверку предприятий, занимающихся оборотом рыбной продукции, и выявил нарушения в 93% случаев. Нарушения выявлены в ходе 71 проверки из 76. Среди главных – отсутствие документов, подтверждающих происхождение продукции, ее качество и безопасность, реализация продукции без маркировки, предусмотренной действующим законодательством, превышение массовой доли глазури по результатам лабораторной экспертизы. Все эти факторы создают высокую вероятность отравления рыбой. О симптомах нам рассказали специалисты. Один из симптомов – это может быть повышение температуры тела, боль в животе, тошнота, рвота, жидкий стул. Все это развивается стремительно, быстро и в случае неоказания медицинской помощи может привести к очень быстрому ухудшению состояния самочувствия пациента. При развитии ботулизма, связанного с неправильным приготовлением рыбы, риск развития смертельного исхода существует.